Всем привет, с вами я, Наталья Куткова. Сегодня мы продолжаем с вами расклад, да, либо прогноз, да, на день. Сегодня у нас с вами прогноз на 31 мая 2024 года. Давайте посмотрим, что же нас ждет, да, именно сегодня. Какие цели и какие задачи ставит именно этот день, а именно 31 мая 2024 года. Итак, мы смотрим, королева кубков еще перевернута. Что означает перевернутая карта? То есть надо будет бороться с какими-то, да, преградами. И перевернутая карта говорит нам о каких-то препятствиях в этот день, из которых ее надо будет переворачивать, да, в прямом положении. Это связано с манипуляцией, да. Если мы говорим о прямой карте, то это эмоциональная, да, карта. А это вам, возможно, вероятность того, что вами будут манипулировать другие люди, да. Даже сегодня не прямые, а тонко завуалированные, касающих чувств и эмоций. Кто-то из окружения может здорово поиграть на ваших нервах, чтобы добиться желаемого результата. Тут поможет открытость и честность. Говорите прямо, что не так, и не вовлекайтесь в эти манипуляции, да? Берегите себя больше, чем вы готовы, да, встретить и перевернуть карту в плюс. Так что манипуляция в этот день, а именно 31 мая, возможно. Проявляйте сдержанность и не забывайте об этой рекомендации. Ну, мы с вами уже встретимся в первом дне июня. Что будет у нас с вами 1 июня 2024 года. С вами была я, Наталья Куткова. Пока-пока.